прямо сейчас получает свой первый главный документ гражданина нашей замечательной страны. Впереди поступление в Московский университет и карьера юриста. Склад характера, говорит Мила, позволяет. Ну а пока ей 14, держит в руках первый паспорт. Я считаю, что это меняет все в жизни, потому что ты становишься в этот момент полноправным гражданином России. И это очень... Это, можно сказать, самый важный документ человека. За кадром Мила призналась, фотографии в документе довольна, и это самое главное. Кроме девушки, свои первые паспорта получили еще 9 юных одинцовцев. Паспорт добавляет вам права, которых у вас до сегодняшнего дня не было. И, конечно, паспорт добавляет вам и ответственности. И всегда помните, что быть гражданином нашей великой страны – это одновременно и почетно. И, конечно, вместе с тем у вас большая ответственность перед родителями, перед обществом в целом, перед страной. Не разрисовывать, не терять и не отправлять данные незнакомцам. Правовой ликбез юные обладатели паспортов прошли. Бережно относитесь к паспорту. Нельзя его ни в коем случае терять, забывать где-то. Паспорт – это самый главный документ в жизни любого человека. Быть гражданином своей страны, конечно, почетно, но еще важнее знать ее историю. Поэтому школьники ушли не только с самыми главными документами, но и с уникальными изданиями. Их книжную полку теперь украсит сочинение Карамзина. Олеся Лукина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».